все для того, чтобы снимать стресс. Это по методике Алиева. Делаем ритмичные движения коленями. Тело полностью расслаблено. Делаем минуту. Следующее упражнение такое же. Продолжаем движение. При этом поворачиваем максимально в сторону. Продолжая движение коленями, похлопаем себя по спине. Тело расслаблено. Следующее упражнение. Пятки ритмично отрываются. Я сделал упражнение так, как смог. Ну, вот они примерно так делаются. Доктор Алиев, это было лет 20, если не 30 назад, придумал эти упражнения, создал эту методику для того, чтобы снимать стресс в таких ситуациях нервных для космонавтов, для людей, которые попали в какие-то экстремальные условия. Вот это вот вы можете делать для того, чтобы расслабляться. Попробуйте, движения у вас начнут получаться более ритмичные. Это только первое. Моя была проблема. Когда начнете делать, почувствуйте действительно, как тело начинает расслабляться, как ум начинает отвлекаться, и почувствуйте даже вот какой-то сброс идет. И в результате возникает такое своеобразное облегчение. Уважаемые посетители канала, для вас моя личная библиотека, авторская. По ссылке, которую я даю под каждой программой, вы можете перейти в библиотеку и бесплатно воспользоваться моими книгами. Будете знать столько, сколько знаю я. Всего наилучшего!